Конкурс «Сияние Арктики» финишировал. Финал большого праздника красоты и таланта собрал среди зрителей не только родных и близких участниц, но и половину Мурманска. Людей, которые на протяжении нескольких месяцев болели за конкурсанток. Кто же в итоге победил, расскажем прямо сейчас. 3 месяца длился конкурс «Сияние Арктики». За это время участницы прошли ряд этапов. Готовили с модным шеф-поваром, создавали аромасвечи, обучались дефиле, хореографии и актерскому мастерству. Участвовали в фотосессиях, мастер-классах и занимались другими активностями. Я себя раскрыла с женской части, скажем так. Обычно я достигатор, мужские энергии во мне больше преобладали. Здесь я себя почувствовала настоящей женщиной. Очень было много мероприятий, что-то новое открытие, какие-то новые знакомства. В общем, «Сияние Арктики» – это крутое мероприятие, на котором нужно участвовать вообще каждой девочке. Мне кажется, мы все прокачались просто с головы до ног. Организаторы данного мероприятия настолько много для нас приготовили сюрпризов. Девочки вообще многие на глазах изменились. Из каких-то более замкнутых, скромных стали более раскрытыми, наполненными. Вот. Ну, в частности, у меня тоже, мне кажется, я раскрылась с новых каких-то граней. Ну, во-первых, я познакомилась с невероятно классными людьми. Да? Это касаемо и участников, и организаторов, и наших партнеров. Потому что то, что, как говорится, иногда хочется что-то попробовать, а здесь концентрация всего в одном месте. 19 красавиц в финальный вечер вышли на большую сцену и, согласно названию конкурса, сияли ярче всех в Арктике. Наше отличие, оно как раз в том, то, что у нас нету каких-либо критерий к девочкам. Это рост, вес. Нет, у нас как раз-таки наоборот. Мы берем абсолютно разных девочек. Нам главное подчеркнуть их уникальность. Потому что, ну, простите, моделей очень много, они все, ну, несомненно, прекрасны, красивы. Но зайдите в любой магазин, в любое помещение, у нас очень много красивых женщин и нам хочется их показать. Конечно же, важно, как девчонка выглядит, но все же знают, это финал, все классные, все четкие, но самое главное, как они работали. Сегодня я, скажем так, секретный член жюри, меня пригласили, поэтому девчонки не знают, что я член жюри, для них это будет сюрприз. Для меня главное, это чтобы человек был искренен и чтобы действительно у него была внутренняя красота, гармония, чтобы это все сочеталось. Именно этого вечера девушки ждали 3 месяца, усердно готовились к нему, чтобы потом покорить сердца каждого зрителя. У нас будет 2 сольных, один из которых танец, о котором я говорила, что для себя открыла, и второй мы играем на африканских барабанах. С группой будем выступать. В финале испытания конкурсантки получили ленточки, подарки и даже короны. Да, это особенность «Сияния Арктики», что каждая участница – королева определенной номинации. А главная победительница проекта забрала еще и призовой фонд – 100 000 рублей.